ниже тот конкретно. А давай регни, может тринковый. Ниже тот? Давай. Ага. Как раз. Что по траве, что можно поделать, какие фласки. И не, так и не прокает, блядь, эти РДД фласки, всякая хуйня прокает, там дерево нескрушимости, омоложение, блядь, сумасшедшего алхимика. А тебе какой надо? Дикой магии и зелье быстроты, как какие, блядь. Ну ты исследовать, ебаные делать. А? Исследования делать. Делаю там когда-то, блядь, 3 дня, ёпта. Он вроде хорошо, он приста взял по БС, у него профа апнутая, правда, 450. Ему ништяк, все проки есть. Не, ну сам смотри, вот. Сколько в гильдии ты знаешь мейн танков? Вот сейчас Алиса только это есть. До нее кто тащил? Насчет мастера не знаю, он постоянно что-то не идет, что-то собирает постоянно, блять. Но я танком вижу его в каре в основном и на трэш. Но он же тащит. Мейн танком я его не вижу. Ну танчит, да, согласен. Ему блядь, сказали, он тащит. Как и я тоже. Ну у вас вот такие, вы опыт можете танчить. У вас по шмоту немножко отличается вся хуйня. Я просто там нужно добрать еще этот, блять, капли, блять. Все самое сложное, вот это вся меткость. Хардкап, если я сделаю, так я задумал. У меня будет вообще четкий танк. У тебя есть пыль абсолютная? Да, сколько надо. А, погоди. Какие мне до партнершки не хватает это? Одного. 449, 450. Я попробую сделать сумку, может у меня прокнет портняга. А сколько пыли надо? Так смотри, пыли как на один прочный рулон штатиной ткани нужно 2 пыли. Прочных рулонов надо 6. Соответственно, 12 пыли на одну сумку надо. Я, короче, продаю 4 сумки за 300 голд. Плюс еще, ну, клинкам кому надо тоже шью. 449, не прохнуло, блядь, хуёво. Двенадцать, давай еще сделаем одну. Так. Те сумки нужны на каком-нибудь перса? Да, можно там на друиде. Какие? У меня 4 штуки есть, кидай обмен. Ну, штуки 2 можно. А ты регну у нас не кидает или что? Хила нет? Угу. Хила нет, не нет. Хила нет. Не, это самое. Ну не знаю, короче. Я вот, я в своей идее не сомневаюсь, что это я считаю правильно. Потому что то, как сейчас находится, в каком сейчас положении находится система ПГП, это совсем неправильно. Я так не хочу. Забирать воятели, блять, не прокнуло, сука. Танка, щиты одевать, хулипалов одевать за 100%. Тогда как они все ретриков хотят одевать. Хилов вообще надо поощрять и танков, чтобы не так, смотри, а что там за реги для этого? Для сапогов. Бля, нужны сапоги с меткостью, пизда. Вот, которые крафтовые. 264? Mm-hmm. Ну там вся загвоздка в ДС и все остальное изи. Так, погоди, изи. В этом рецепт, блять. Сейчас посмотрю. Так, просто сегодня я могу сейчас сапоги сделать. Так, партнерное дело. Тканевая броня, гнев короля лича. Колдовская ткань 6, и сине-черная 6, древнейший сравнить 5.
Так, колдовской у меня 4 есть. И синий-черный. А тебе с меткостью прям надо? В принципе. Да, конечно. Я же, если инжу себе сделаю, 4-й проф, я туда захуячу крит. Вот у меня будет меткость крит. И если я их буду менять, то только на тапочке с этого, с тухлого гера. Ну, самая популярная шмотка. Все там холипалы, ршамы, маги, блядь, все забирают ее. Нет, холипалам она не надо. Холипалы тапки забирают. СРС-ки забирают. СРС-ки, да. А вот шаманы, блядь, совы, петухи всякие, блядь. Шаманы, совы, кто там еще, блядь? Кожаные тигры. Любят героического тухлопола забрать, блядь, ткань. Кресты всякие там. Там дохуя желающих на эти тапки. Одна из самых популярных вещей после катушки. Катушка, потом тапка вот эта вот. Помнишь, Ирневал, блядь, как не пойдем 25 гер на туху, он то одним, то другим зайдет приору, чтобы эти тапки забрать. Mm-hmm. Я так понял, что, блядь, пока он ходит в рейды, хует и тапки кто заберет. А с учетом того, что он их релит, думаю, вся пизда, короче, я эти тапки не скоро увижу. Да нахуй тебе эти тапки на том сервере, блядь. Вот у меня там лис выперся, мне уже похуй. Лока и Рогу обменял просто на БК и Друида. Быстрый старт. Внизу. А я Ханта обменял купленного Джерионовского. С пулевого, блядь. Купил за косарь, там со всех перцев собрал голды, ребы, блядь, наскреб, короче, косаря на 4, наверное. Че мог продал, распылил, блядь. Хорошо, знаешь, что еще не тупанул, блядь? Я хотел еще шмотки с Ханта, блядь, продать, и потом это. Ханта мне, он думал, бля, ебать, там 245-й левел. Боже, стопанул, короче, шмотки не стал продавать, оставил. Ну, экипировку только. Но они же не заходят на аккаунт, удаляют шмотки все. Смотрят, шмотки пишешь, они смотрят и левел, смотрят игровое время, блядь. Ну, через этот, через циркулевский функционал, блядь. И потом меняют. Поэтому, блядь, шмотки не вариант было пылить. Как хорошо, что у меня эти персы есть, блядь. Пригодился циркуль, да? Угу. Не, ну это хорошая возможность, мне прям нравится, блядь. Я еще думал, неужели, сука, одним варом выбрать, что такая хуйня, блядь. В один рейд сходил, сидишь, дрочишь, блядь. Вот, блядь, 2 недели назад. Нет, что вы, я сделаю акцент на протовары, блядь. Возьму за 2-го перса, только когда у меня будет определенный левел. Вот сейчас, блядь. Каждый день заходит на 3 персов, делает, блядь, делики. Че, блядь, требуваешься нахуй каждый день. Заебись так подлавливать на этой хуйне, блядь, весело так. Не знаешь, ну просто... Тут в начале рейда, анролы для пидоров, идем без анролов. На воне, нахуй. Забираю голову себе, не идет. Вообще, блядь. Хуеет. Не, ну просто я аргументировал, я же сказал, тут только три танка, нахуй. Я помню, как в РК, блядь, Дарков про тебя написали такую поэму, блядь, вообще охуеть, так ржал, блядь. И главное, все правда, блядь. Поэму? Че за поэму? Ну, вот когда, блядь, вот пидор, блядь, забирает бой, я там что, не видел, что ли? Это же я написал, блядь. Да? А, я думал, это кто-то про тебя нахуярил. Думал, во, красавчик, блядь, думал, красава, нахуй. Это же я нахуярил. Потом кто-то отправил, блядь, негодяй, блядь, до сюда, нахуй. Блядь, такой спич вообще был огонь. Зато честно, блядь. Я думаю про ивенты, знаешь, я там, которые делал, у меня записи сохранились. По примеру тех ивентов можно будет и тут попробовать сделать. И типа в награду там какие-нибудь сердолики, блядь. Тоже прикольно будет. С Лачданом организуем криминальный призовой фонд, блядь. Лачдан, я думаю, будет за такую движуху. Это же Лачдан.
Прикольный челик, мне кажется, он такую атмосферу создает тоже своеобразную. Алло. Подожди, что? Алло. Чё? Здесь, блядь, теперь вообще только в рейге танк и ДД, блядь. Только я это, а вот еще один ДД встал. Давай молчат на помощь. Не знаю, надо сейчас за месяцок ДКшника подтягивать до 250, целка десятку обучку его тянуть. Сейчас он соберется там. Ну там все на УД завязано, короче. Т10 же по. Ну вот Т10 я тоже коплю. Первое, наверное, возьму. Возьму, наверное, плечи. Шовы. А, Т9. И в кате проблема, в кате. Четвертая ката, когда целка четвертая сразу. Ката, да. У меня 5 плюс, сейчас 18.32. Что там еще можно? 3 БГ регнуть, 3 ППГ, 2 кристалла будет, 20 будет. Ну, можно, конечно, поставки на недельку взять, да. А я не беру ничего. Да смысла пока нету. Просто смотри, если ходить целка десятку, нужен ДПС от 6000. 6, а лучше 8, блядь. Вот. А в 25-ку 10. Соответственно, я в своем гире 223. Я еле-еле, блядь, по трэшу разгоняю, даю, блядь. 6, ну сколько, под десятку могу дать по трэшу, но это по трэшу. Соло цель у меня 5-6, вот, это мало. Поэтому нужно гир поднять, поэтому с картой, в принципе, как бы, ну, донатить смысла нет, да. Потому что, блядь, идти со 4-й картой с ДПС на 6К в целка 25 опыт, это какая-то залупа. Поэтому... Вот я охуею, если ты в 245-м маге, даже будет 8, нахуй. 245-м магом 8? Так ага. Я дам. А то, блядь, был 260-й маг, нахуй, он 6000 дал на сурке, блядь, и 0 в трэш, прикинь. Я ж дам 8000. Чё, сомневаешься, что ли? Ну, будет заебись. Кольцо нужно. Чё там с репой, а, цирката нету. Ну, с аметистовым только. Колечко с аметистовых надо взять, да. А где брать кольцо? О, нихуя регнул. Траву покопаем тут. Здесь вот этот лишайник, всякая хуйня вот растет. Так, чекай. Хил жрец. ДЦ, блядь. Да, ДЦ. Уберите 8 штруделей и залог победы, блядь. У них хоть хп много, можно разогнать ДПС. Пошла кара.
спасибо. Да, блядь. Так отличные мастанки. Ты хоть отбегай там. Не хочу отбегать, блядь. Все равно начало КП. Что-то он не хилит, стоит, дрочит флешкой. Дурачок какой-то, что ли? О, блядь, трава, трава, трава. Тут травы ебанутся нас. Лишайник, три штуки, на. С этих мобов тоже трава падает, это их разбирать. Болотников. Алви кошмарник или лишайник. Приз дрочит, алло. Это 3ДК такая, блядь, армия, нахуй. Спецназ бежит, блядь. Из кого-то моб задрочит. Ебать. Я ебу. Либо бу, блядь. Я веселый, ребята. Не сдох только. Я не буду пить. Пиздец. И этот дурень стоит. Что хуйня страдает, блять, убить просто надо и все, ёпта. Пиздец тут травокопов нахуй, ДК траву копает, блять, второй нахуй, сука, ёпта, мать. Иногда так времени хочется сказать. И пидрило, блядь. Пошли нахуй, буду камень не. Бэдди сказал, да? Сказал, как отрезал. Сука. Зачетный будет. Нага такой суровый, че кого. Разнылся призрак. Маны нет.
рекордно. Ебать. Ты ДКшника что ли? Охуеть. Нежить и нагло. Слышь, чё? После попы не ливы пошли траву покопаем. Тут дохуя мы чё скипанули. Вроде как двигаться нельзя. Есть грибы из-за этого растут. Петушалите. Погналите, петушалите. По-моему, там бегать нельзя на этом боссе. Это появляются грибы. Куча травы. Уходи из грибов.
ПК хуесосы. 3К ДПС, 2800. Первый еще бы. Катов и правда не трогают, но мы по-царски их, блядь, отпиздили. Че это хуй сагается? Сагрился. Он откидывает, не стой на обрыве, не стой, блядь, к стенке беги нахуй. Ой, к стенке беги, блядь. Ну надкинет все. Ща я ДЦ, блядь, или кто там улетит? А, вроде нет. Ну и до хуя что-то, да? Че? Приста так заебал, говорит. Аппетит. Больше пиздит, чем хилит. Погнали, че? Это оба нахуй будут пиздить. Не агри, пробегай по стеночке. Как там сказал, блядь, Хиль что-то...
Как ты там сказал раньше, блядь? Хельпедрила. Да, хельпедрила. Нытик какой-то ебучий, блядь. Сейчас полгода ждать будем, блядь. Давай по одному чистим. Да нет, да пизды получишь. Похилишь захватом. Не-не-не. Не, это своя, блядь, я сам похилишь. Давай, блядь, по одному вот этих отпиздим. Да нет, нет. Чел с таким ником, блядь, влажный зайка. Угу. За него проблемы, блядь, с головой. Интересно, медвей зайдет, нет? Педрила. Краб ебанулся, блядь. Че это такое? Трава такая бы красная. А, нормально, не сдохну наконец-то. Это этот. Что там в гильдии? Посмотри, может есть какой-нибудь хуеплет на хиле? Хуеплет там есть, а вот хилов там, блядь, как раз нет. Шреддер, блядь. Белорус Олег, блядь. Зеленый дым, лок, блядь. Меня, короче. Этом нету, блядь. Влажная зайка из гильдии, портовая плюха. Даун какой-то, блядь. А так редко кто, блядь, хилредает рыбакам, блядь. Напиши в чат РБК на ласта, блядь, сразу найдется тело. За пустотой, блядь, за сердоликом. Хил типа рега РБК, блядь, на ласта, нахуй. Сразу регнет, блядь. Прям сразу, блядь, доберется.
Или этот вылезет, напишет нахуй, что не ходите с ним, блядь. Пятая ката, коли пал. Я же говорил, регли. Сразу просто. Я иду. Уже прессует ПМ, понял? Ты про что? Ты не слышал? Ну что-то попал какая-то пятая ката. Про РБК говорю, напиши в чат на ласт. Уже вплюсует ПМ 260-е. На ласта ходят. Да не все хотят сердолик пустоты. Без лишних мобов. Мы ебали его, да. Отлично. Огненный столб покинуть тело. Полипал, даю МК, он в главарей, блядь. Он мне пишет, чё, блядь? Я говорю, МК, он попросит не знаете, что, блядь. Дурак какой-то. Ну чё так меня мобы просаживают? Полипало ФК. Да? Чиниться надо чё. Что-то не затеяли его, мы как-то регнули и все, и обосралось. Пал взял хибался, олень. Слышь, вой. О, нихуя трава резала. Лови мне рыбы, а? Какой? Для загадочного острова лакомства, загадочная рыба. А где ее ловить? Пещера? Я тебе покажу, да. После РБК, вот, фрагмент возьмем. Я тебе покажу, где ловить ее. Так это надо этого ставить. Да. Я сам могу, в принципе, но, блин, у меня рыбалка. Да, ты не пишешь, я надеюсь. Почему? У меня рыбный ловли один. Зачем это лакомство там? Потому что уебищная анимация у тролля бег. Мне не нравится абсолютно. Он бежит, хохолком трясется им, как петушок. Вообще конченый. Чё там, приняли роли, нет? Нет. А в
в чем проблема там? Не могу понять. Нажми кнопочку «Да», нажмите, блядь. Вот еще. О, ништяк, Шама. Идите сюда. Чего там столпились, блядь? Три гея, нахуй. Три красных гея. Учись, я первый раз вроде. Что за шаман такой? Сука, блядь. На левел на исцеление. 10 штук. 224 вроде, блядь, нормально хилить должен, что за хуйня. Смотрим от хил. Эффективное исцеление. Текущий бой. 3300. Малая волна исцеления, нихуя не малая волна, 50 тысяч, какой-то уёбок. Серьёзно, ебануться. Ну и тут хоть не базарит, да, ничего? Ну, вроде ему объяснили нормально. Без этого, без личности, там все такое. Ну я вроде ничего, как бы все правильно сказал. Вроде не пиздил. Yeah.
смотрим отхил. 0, 22, волна 15, нормально. Стена на третьем, как тут должно. Сам мобов они начинают всекать сильно. Мама. Ты... Шами тоже надо. Чё? Шами, мама. На все по плечу, ебать. Тут только цепухи затащит. Пару. Долбоёбы, блядь. Летели на навсегда. Да хули, два человека улетели, блядь. Точнее, два, один. Второй, блядь, отлетал постоянно. Херкин, ебать. Пещеркин. Я тут травник, блядь. В игруху эту поиграл, короче, плагаю. Тейл. Плагаю тейл, блядь. Ничего прикольного. Там девушка. Ну, крысиный, блядь, да? Который... Крыс, ну нихуя там, я с факелом крыс отгонял, блядь. Только заступил в темноту, сука, просто крысы поглощают. Поглощают. Девку эту зажирают, она умирает, блядь. А там еще игра так сделана, что ты пяток не видишь, что постоянно нужно, блядь, шорхаться. Не видишь что ног персонажа, блядь, понял? Почему жопу вижу нормально? Ты не видишь стопы. А-а-а. Что у нее, что под ногами? Ну да. Да вроде не, когда факел берешь, видишь. Там с прощи стрелял, короче, этих охранников убивал. В башку ему камнем, на. С прощи просто. И там пацан мелкий этот ходит.
А он типа болеет или что? Вот там какой-то элемент есть мистический. Ну а так вроде крысы крысами что-то. Ну, конечно, оно все неестественно, но игра прикольная. Я там что-то вот три часа поиграл, три записи сделал, и вот надо будет еще как-нибудь сыграть. Прикольно. Самое тут сложное это вот этот вот захил массовый. Тут прям цепаки должны просто лететь. Чек на пол. Йоу. Вот это нормальный чувак, не то что те, блядь. Да, он всю пати захилил. Ну, блядь, стоят милики, получают урон от клик морталити, ебанутая какая-то тварь, нахуй. Кислотный плевок, атака ближнего боя. Ну вот этот кислотный плевок. Посмотрим, да. Кто его не получал. Вот он 180 тысяч получил. Морталити. Морталис нефти. Даряшка. 100... Полученный 170. Урон. Шаман. Кислотный плевок 190. А походу кислотный это на всех идет. Да разве? Ну, я у меня меньше всех 84 тысячи. У тебя 170. У шамана 110. У них а, по 100. А, ну это за те траи тоже. Давай за текущий. Нет, я текущий смотрю. Они стоят под мордой. Правильно? Правильно. Получаешь больше всех урона. Газанки 350 тысяч на них. Чё шаман отхилил? Шаман отхилил 400, но это считай только со всех. Короче, надо... Может, ДК зелёнка будут прожимать? Надо выводить этого босса. Надо выводить, он там... Ставить его лицом в стену. Нет. И чтоб хвост тоже в стену был. Чтоб милики били в стену, их откидывало в стену. Короче,
Меликов не откидывает, если они стоят сбоку, ёпта, нахуя, так, в какую стену? Так они получают АУЕ, вот этот кислотный плевок, он по всему они рейду сбоку идет. Должны стоять. А если сзади, наверное, не будет дамага этого? Сзади будет хвост откидывать, там АУЕ 60 или 70 градусов там откидывает вообще. Так надо, говорю, вот вывести как ты его, его поставил, так и надо ставить. Он просто боком стоит к рейду и все, мы стоим у задней. Ну, ну тут задней просто лапы. Он не захиливает, просто не захиливает, вот и все. Просто не захиливает шаман. Он по этому левелу не вывозит. То есть, ну... Волнение на 200, цепухи на 135. Надо сейчас смотреть, кстати, по хостячу. О, нихуя, саглит, бля, ну пиздец. Вот Тарик не саглил, конечно, охуенно. Че он саглил? Саглим вдох. Так, шамана осмотрим. Кисти пустые, пояс пустой, штаны, камень СПД без нитки, тапки пустые, кольцо пустое, три не ПВП. Да ПВП сырение вообще. Наручи пустые, грудь пустая, без камней. Шаман, короче, без чарок, без камней, без медсокета вообще. Вот этого дурака надо босса сюда ввести, короче. Да не надо его, ты его держишь, блядь, где эта метка ебаная? Вот, тут красная метка, блядь, и вот ты стоишь вот здесь. Босс держишь, мы все стоим сбоку здесь. И все. Милики, если стоят везде, никто никуда не улетает. Шаман, да где? Смотри, что пишет, ДК не танк. А, ну понятно, пусть пишет хуйню, короче, под ПМК ему, я не хочу, блядь, не нужно крест делать. Вставай в кресло и танчит босс там, все. Мы стоим ему вот в лапу. Не вообще отлетят, смотри. Пишет, прислевать. Ебать, тяжко нахуй. Изи. Да, я прыгну. А. Что-то сам не убился. Ну, прыгай. Кинска даже охнул, блядь. Изи, блядь. Скат, блядь. Иди сюда, нахуй.
Вар-то хули, вар-то совсем другое, блядь. Вар охуенный там. Мой малыш продавал. Змеиное зрителище откроют, вот прикольно будет. Там такие мобы. Ну где его хил? Вот не вижу по хила по себе сейчас. Привыкает на новую ротацию, блядь. Не, ну ты видел, как долго он не хилит? Ну да. Это хуйня полная, блядь. Пошел моба на ебашь. Быстро. Так еще бы. Все, пизда. Это просто пет придурка одного пошел. Дурачка, блять, какого-то. Блин, только что зал герб, зал оп пронесли, блядь. А тут вайп все. Надо написать, он же сейчас побежит с агрой, блядь, дебил ведущий. Пошел нахуй. Быстро разберусь с вами. Все, медведя хуярить только.
На нах, подача, блядь. Видал? Не надо их трогать. Петуха, как он на меня загрузит? Уже третий раз трава режет в инсте. Хожу, собираю по третьему кругу. Норм. Шабан, блядь, вздыхает там. Ой, сука. Тухлая рыба. Галк, я плаваю быстро, и мы. Какая руда. А чё там такое? А чё там, куда-то дальше дорога есть или чё, просто. Ну тут вот, типа, налево если идти. Налево, пропускаем мишку, да, дальше дорога. А где они дохнут все опять? А, вот это. Вот здесь вот это, меня привело. А тут где сдох, этот бичуган? Да хуй знает, всякого прежде сдох, пизду его. Доживет, доживет, просто там все равно делать не. Неинтересно, шмот, все капы, все это задроченное уже, блядь.
100 раз. Где-то. Чё он так пробивает? Хил говно? Да нет, пробивает, пробивает. Берса. У Мишки у меня там что-то 25. У тебя как-то собран деф 515, или сколько тут надо? 769. Да кап, заебись. Да у шамана просто не хватает хосты, блять, никак. Вот видишь, блядь, у Войда камней на силу нет, у Шама камней на хп, блядь, два красавца встретились, блядь, давай танкуй на. Там этот бич бежит. А он хуй в воде дрочит, ладно, плохо. Происходит, блядь. Убьет она по хуйне молнии там 700 по 5000 бьет, нормально. Ты видишь ДПС, да? Блять, как раз эти фаза пошла 30%, а я убили меня, блять, сука. Ты че, мог запаялил? Да, только ни один инфаркт ничего не дал. Я 4300 давал, ну сейчас будет пыжиться еще, блядь, на тебе. Красиво же войск, блядь. Thank you.
Морталика 227, 4600. Дряжка 217. Хорош. Все хорошо. Триня. Так, много есть. Тыкай на ролл. Так, рецепт. Что там, компас или что? Мне это нужно? Ага. Че, все нет, бля, охуели что ли? Ну смотри, они сказали, все это нужно, да, на компас? Пидоры, да? Подожди, компас разыгрывается. Так, что кольцо? Кольцо нахуй. Тапки, хуйня. Так, сейчас посмотрим, кто что жал на компас, блядь. Все жмут, короче, нужно, да, на компас, походу? Угу. Что нахуй тоже нужно? Петуха. Этот выиграл, да? Кто покинул? Ты ливанул, да. Дряжка. Пидораса.